Смартфон LG Optimus G можно смело назвать одним из самых интересных смартфонов верхнего ценового диапазона. Элегантный корпус из стекла, мощная аппаратная начинка и невероятно насыщенный HD-экран – ваш универсальный проводник в мир мобильных развлечений без границ. Первым делом стоит отметить предельное сходство LG Optimus G со своим аналогом моделью Nexus 4. Внутри и по своим возможностям это двойняшки, но не близнецы. Optimus G выглядит гораздо солиднее и строже. Прямоугольный рубленый корпус и крошечные изгибы граней. По размерам это типичная модель с диагональю экрана 4,7 дюйма. Очень приятная на ощупь за счет эффектного сочетания стеклянных панелей и глянцевой рамки между ними. Вес 145 грамм также прибавляет солидности и отлично подчеркивает шикарное качество сборки. Вся лицевая часть полностью занята прочным сенсорным стеклом с олеофобным покрытием. Сверху расположен динамик и набор сенсоров плюс 1-мегапиксельная камера. Снизу 3 выделенные сенсорные клавиши, освободившие экран от назойливых виртуальных кнопок. Оно и правильно, ведь тут установлен шикарный IPS-дисплей с разрешением 1280 на 768 точек и диагональю 4,7 дюйма. Качество цветопередачи изумительное, это один из лучших дисплеев в мобильных устройствах, максимально близкий к эталону цветовой палитры. По бокам корпуса совсем немного элементов, сверху дополнительный микрофон и разъем под наушники. Справа только клавиша блокировки, слева качелька регулировки громкости, а также лоток для микросим-карты. Специальная скрепка для извлечения лотка поставляется в комплекте. Вся задняя поверхность выполнена из стекла с интересным рисунком подложки. Тут уместился массивный блок камеры со вспышкой, а также отверстие полифонического динамика. Где-то внутри находится аккумулятор на 2100 мАч. Его заряда хватит на сутки активной эксплуатации. Продлить жизнь смартфону помогут внешние зарядные устройства. Сердцем LG Optimus G выступает Qualcomm APQ8064 с 4-ядерным процессором, тактовой частотой 1500 МГц, 2 ГБ оперативной памяти и мощным графическим ускорителем Adreno 320. Такая начинка ставится в модели с экранами куда большего разрешения, так что тут все игры и приложения буквально летают. Скорость меню также впечатляет. Это самый быстрый смартфон из всех ранее виденных. Набор беспроводных коммуникаций исчерпывающий, есть Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC, не достает лишь беспроводной зарядки и поддержки сетей LTE. Объем памяти тоже внушительный, 32 гигабайта. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.1.2 с предустановленным интерфейсом Optimus UI последней версии. Внешнее оформление легкое в освоении и очень красочное, что позволяет сразу же оценить все преимущества IPS-дисплея. Отдельного внимания заслуживает высокое качество передачи речи собеседника. Разговорный динамик тут очень громкий и качественный, даже не возникает желания подключить гарнитуру. Предустановленный набор приложений исчерпывающий, здесь есть все для работы, для дел, также основные приложения для общения в социальных сетях и работы с файлами. Все недостающее можно легко приобрести в магазине Google Play. В этом магазине имеются приложения и игры на любой вкус. Их тут тысячи. Просмотр видео вообще ничем не ограничен. 32 гигабайта памяти отформатированы в файловой системе EXTFAT, что позволяет закачивать ролики любого объема. Предустановленный плеер с легкостью распознает MKV и AVI файлы. Придраться не к чему. Музыкальный плеер выглядит очень стильно и обеспечивает все необходимые в быту функции плеера. Отдельно стоит отметить хорошее качество звучания в наушниках. Разумеется, только в хороших наушниках стоимостью 3-5 тысяч рублей. Кстати, в некоторых поставках эта модель комплектуется отличной гарнитурой Quad Beat. Нельзя не отметить 13-мегапиксельную камеру с удобным интерфейсом съемки и отличным качеством получаемых изображений.
Смартфон можно смело рекомендовать в качестве альтернативы компактной камеры на каждый день. LG Optimus G получился почти идеальным смартфоном. В нем все выполнено на 5 с плюсом, а шикарное качество материалов и мощная начинка не оставляют сомнений в выборе. Если вас не смущает лаконичный прямоугольный дизайн и скромная емкость аккумулятора, настоятельно рекомендуем обратить внимание именно на эту модель. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же вы можете обнаружить специально подобранные аксессуары. Не забывайте о нашей группе ВКонтакте, пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.